Desert Eagle. 10 рублей в день. Как, сука. Так, вот тут вот охрененный квест выполняю. Да, у меня 85 уровень. Видите, квест дали. Просто охрененно, типа я на гирокоптере летаю, но вам этого может быть не видно. И должен орков убивать, вот этих, видите, которые бегают. Ну, орки или кто там, вообще охеренно, это как вьетнамская война, блядь, да? Или, я не знаю, падение черного ястреба какого-нибудь, вообще охуенно. Видите, нужно сбивать врагов, видите, вертолеты, гирокоптеры, вообще охеренно сделаны. То есть это, ну, за альянс, как вы понимаете, я воюю. Так, это Вайшир. Вайшир локация называется. Пандария. Я уже до Пандарии дошел. Ну, 85 уровень, да? Как раз, видите, просто можно все абсолютно взрывать. Пушки, видите, вертолеты их. Никого не щадить. Видите, жалко, я сам не управляю, я только стреляю. То есть вообще охеренно, да, на самом деле. Если бы я еще сам мог управлять, то вообще идеально бы было. Вот, это, видите, пандаренов этих. Панда территория. Вот, за ночных эльфов играю, как вы помните. Можете там прошлые ролики тоже посмотреть, я делал. Все, да? О, смотрите, как охеренно. Типа корабли теперь. Перл Харбор, типа, видите, затопил даже корабль. То есть вообще прикольно сделано, да? Если бы еще какие-нибудь танки ездили, то вообще охуенно бы было. Видите, как будто Вьетнам какой-то, вообще реально охеренно сделано. Тут реально боевые действия, видите, идут. Вот этот цепелин Альянса, воздушный корабль. И еще, видите, надо выпустить по кораблю ракеты. Не жалейте боеприпасов. Видите, уничтожил тоже еще один корабль. Вообще охеренно. Просто я даже не ожидал такого квеста. Видите, другие вертолеты летают, но это NPC, это не другие игроки. Других игроков я пока тут не видел, кроме себя. Задача выполнена. Всем вернуться. Приготовиться к наземному штурму. Вообще охеренно просто сделано, прям рация, вся хуйня, да? Целый флот воздушный, видите, тут летает помимо моего вот гирокоптера. Давайте сейчас, походу, наземная часть операции будет. Небесный огонь, корабль называется. Да, 85 уровень. А ну-ка, вот. Ой, чё, я идти не могу, вот. Этот NPC. Какова обстановка? Есть, там дали пушку слабую какую-то. Используйте парашют, чтобы приземлиться в лагере Горош-Ар. Возвращайся к своим обязанностям, солдат. Это же этот, вас готовили к этому. Вы элита. Ни хрена себе. Вы все говно, видите? Прям вырывается фраза сейчас. Видите, как охрененно на парашюте спрыгнул вот с этого дирижабля. Или как там это называется? На парашюте вообще охрененно прилетел. 85 уровень у NPC. А вон враги 85 уровня, так. Что тебе нужно? Что скажешь? Сейчас возьмем квест. Так. Вот один квест за 14300 опыта дают. Ну, не особо много для 85 уровня, ну ладно. Помочь с чем-то? У меня есть то, что надо для дела. Все ясно. Сигнальный пистолет для какого-то квеста дали. А, вот, вижу. Видите, вот этого типа Timber Sower из Dota 2. Кажется, так его зовут, Timber Sower, да? Давно в Доту играл, уже не помню. Так, вот еще враги. Ну, обычные квесты пошли, видите, уже не так оригинальный, как тот квест. То есть, обычная рутина пошла, чисто... Убийство. Что-то мне дали. А, ну мне это, конечно, не нужно. Херню какую-то, как зеленый артефакт. Мне, конечно, зеленого качества уже не нужно ничего.
достаточно живучие враги. Обычно с моего скилла с одного ваншотятся, да? Тут достаточно мощные враги. Сразу скажу, мощные. Так. Вот лагерь Орды, собственно говоря. Давайте войдем. А, все, понял. Вон повозки стоят. Вот эти повозки надо уничтожить. Но сначала... Вот видите, не ваншотятся. Я должен их ваншотить, вот этих противников. Живучие, живучие. Вот, видите, люди уже подобрались. Люди бегают уже. Еще кто-то. Давай. Вон враги рядом. А, они мне не нужны. Так, рубаки мне. Мне нужны еще рубака. Дозак, видите, это какой-то ордынский язык, но я по-ордынски не могу говорить, как вы понимаете. Что-то тут кто-то ходит еще. Так, ладно, идем дальше. Вон вижу. А, вот, видите, вот эти повозки уничтожить надо. Видите, я сигнальный пистолет использую, вызываю удар, как бы, на эти повозки. Так сказать, это диверсия в тылу врага, можно сказать. Прикольно вообще, мне вот это нравится. Mists of Pandaria, вот это, видите, это Пандария, как я уже сказал. То есть вот это прикольно, Пандария сделана на самом деле. Видите, тут гоблины бегают. Да, да, мощные враги, мощные. Видно сразу, что я на правильную локацию пришел. Потому что в основном... Ой, блин. Потому что в основном уже слабые враги на других локациях. То есть мне опыта мало за них дадут. И мне невыгодно их убивать. Так, еще одна... Все, мне теперь надо еще 4 повозки уничтожить. Ой, блин. Черт. Так. Вот вроде повозка тоже, но ее чуть нельзя ёбнуть. Да, теперь бегают другие люди. С одной стороны это весело, да, с другой стороны плохо. То, что вот эти другие люди, они будут у меня все-таки как-то фарм воровать. Смотрите. Ночной эльф какой-то, можно взять квест. Я рассчитываю на тебя. А, это у него квесты сдаются эти, видите? Надо еще 2 повозки ебануть. У него квест сдать. Почти 600 у меня уже ловкость. Но у меня бы была 600, даже больше, просто я некоторые артефакты там менял. Потому такое произошло. Если бы не менял, то могло бы быть уже и больше 600 у меня ловкость. Но выносливость уже 642, то есть нормальная такая. 30 тысяч хп есть. Так. Черт, где эти повозки брать? Мне еще одну повозку надо уничтожить. Не вижу, не вижу. Черт, не вижу. Повозки. Видите, вот бегает тут дреней какой-то. То есть тоже, видите, мешают. Мешают квесты делать на самом деле. Да ёпта, а, во. Так, тут враг бегает. Надо сначала кончить его. Давайте вот эту повозку ёбнем теперь. Есть, готово. Что хреново, я летать не могу, потому что я еще... У меня навык езды не так прокачан. Видите, я на азарте на своем не могу летать пока. Вот это хреново. Докладывай. До встречи. И чё еще ты мне? Какой-то квест хреновый предлагаешь. Доспех ненужный. У меня-то оранжевый, фамильный. Ну, давайте что, используйте сигнальный пистолет Сали, чтобы... А ну-ка, чтобы уничтожить баррикады, связь в другом конце дока. Давай еще какой-то... Баррикады надо уничтожить. Видите, типа арт-подготовку какую-то делаем. А вот, типа корректируем огонь артиллерии, да? Вот этим вот сигнальным пистолетом. Вторая баррикада. Видите, как орда устроилась нормально?
И вот тут где-то босс, по идее, должен быть. Ну, я бы не сказал, что особо сильные вот эти враги, но сильнее тех, которых я до этого встречал. О, смотрите, шаман какой-то. 30 тысяч хп у него, ну давайте. Клянусь вашей кровью, эта земля будет нашей! Ну посмотрим, посмотрим. Он не мог далеко уйти. Где-то тут должна быть еще одна база. О, вот этот чувак. Ну че? О, ролик пошел какой-то. Видите, у меня поддержка пришла. Корабля, ни адмирала Тейлора, ни принца Андуина. Никого. Солдаты Орды плывут в вашу сторону. Видите, как нормально. Охуеть, адмирал, пиздец, думаю, плывут. Они хотят сдаться. Они безоружны. Просто плывут к берегу. Думаешь, они не попытаются удавить вас голыми руками? Я сказала, открывайте огонь! Нихуя себе, бедных орков это расстреливают. Это же просто бойня. Они были безоружны, а... Нихуя себе. Вообще, кровь не такая хорошо. В воде. Может быть, они заслуживали смерти. О, тоже Пандарен прибежал. Что это за безумие? Чё за хуйня? Опустить оружие! Это один из местных жителей. Пандарен какой-то прибежал. Ну я уже Пандарена видел в подземельях, на самом деле. Прикольно, мне нравится вот такая линейка квестов. Скажи мне, что это была за тень, от которой ты меня избавил? Лучше не говорить об этом здесь. Если не вдаваться в подробности, это воплощение твоих собственных сомнений. Ты не понимаешь, здесь идет война. Да. О, я все отлично понимаю. У меня же есть глаза. Но Пандария не похожа на те земли, откуда вы пришли. Она живая, она дышит. Вы должны думать о том, какую энергию приносите. Видите, сюда. Альянсовцы пришли везде. Прикольно вот эти диалоги. Но я пока Пандаренов особо не видел. Вот это один, еще я в подземельях несколько видел, то есть... Сосредоточься на задании. Пока не особо с ним познакомился. Займись делом. Вот видите, у меня теперь квесты пошли чисто на... чисто на Пандарию. Чем я могу помочь? Ага. Чё, бабы одни? А, нет. Нужна помощь? Ну, почти одни, да. Ладно. К сожалению, плохо, что я тут пока летать. Ни хрена себе, сколько перебито. Жалко, что, видите, я так понимаю, мы победили, деревню вот эту взяли. Ша, вестник ужаса. Вот видите, Ша это чисто существо такое пандаренское. То есть это имя у пандаренов обычно вот такие, типа китайские какие-то, японские, да? Что-то ловушки какие-то на земле, видите, опасно, какие-то духи. На, сразу двойной ваншот, так сказать. Надо вот несколько таких, видите, убить. Ну, прикольно, прикольно. Местные квесты пошли, так или иначе. Как-то вот эти хуйни замораживают, которые вот эти на земле. Какие-то ловушки, типа. Видите, тут альянсовцы, орки перебитые лежат. Ну, типа эти ордынцы. Да, и прикольно сделано, прикольно. Нормально. Даже, мне кажется, какие-то иконки другие тут у существ. Или мне кажется только. Ну да, тут гоблины дохлые валяются. Угу. Ну что, в общем, как-то так вот, Пандария, хотел просто короткий ролик запилить, вот подписывайтесь, там лайкайте канал, видео, как-то так.